подписать. Ну а что, ну вот так по чесноку, это же люди смотрят, у них у каждого свое мнение есть, диванное мнение, есть мнение твое, как человека известного там, да? Ты так вот. И скажи, что политика это не мы. Но если бы мне дали, я бы вообще на гайкой бы постигала всех коррупционеров, вообще в бетон закатала бы. Ну, серьезно. Окей, давай, хорошо. По поводу коррупции, я думаю, нужно ориентироваться на страны, которые, в принципе, избавились от нее. Какими методами они это все сделали? Очень жесткими. И это правильно. Но на самом деле я песни пою, людей развлекаю. Мне, конечно, хочется думать, что есть специально обученные люди для этого, для решения каких-то глобальных проблем. Вот. Поэтому надежда на них –